Что-то там делать.
целенаправленная сознание. Движение внутренних, вот то, что связано с понятием первых усилий. Значит, про это, про поясницу я сказал, сейчас еще про руку. Вот Сергей Шушинов говорил, что он говорил, да, еще один важный принцип. Липуба, пара. Сила не проходит горизонтальность. Почему? Почему сила не проходит горизонтальность? Потому что если вы делаете куда то простоход или рутесоты, если рутесоты, там понятно, ничего не проходит, не протекает. Если растопырки, значит у вас все это не заработает. И это еще не все. Дело в том, что пальцы завязаны на весь опорно-двигательный аппарат. Как они завязаны? Вот я смотрю, да? Чем работают? Еще раз. Чем работают? Еще раз. Чем работают? Я работаю правым пальцем большим. Нога, это моя опора просто. У меня вес определенно равный. Нога. Большой палец это забедренный сустав. Большой палец это ножка забедренный сустав. Большой палец. Большой палец. Указательный палец. Средний палец, локоть. Безымянный. Конденс. Опять кулак. Но то, что кулак, хозяин пустой, это тоже всем известно. Да? То есть, если вы зажимаете правильно кулак, вы его закатываете как блюдо. И внутри он пустой. Там идет распределение усилия. Вверх-вниз. Как будто палочку отправляют. Есть такой фокус. Уличный кулинарный, да? Ударить человека, зажав руку, сколько работы с подсвечкой. Удар с хорошей прием. И мизинец – это то, что называется плав. Вот это вот. Допустим, по крайней мере, в стиле У, вот, это, вот эти вот движения, вот это, да? Это вот такое планирующее движение. То есть это не вот это, не отсекание, а это вот. Это то, что есть в карате в некоторых катах. Вот это вот движение. И такие вот движения. И такие вот. Это откуда? Это планирующее движение. Если силу, если ваш, почему я не люблю, например, когда люди в самом начале начинают заниматься цинна? Потому что это начинает превращаться вот в это. Руки становятся мёртвые, и начинается вот это. Можно работать. Допустим, если мы работаем, я могу работать пальцем. Ну как работать пальцем? Вот так я говорю. Да? То есть вот они вот. Руки должны быть подвижными. Ну и еще это не базовый принцип, но интересная вещь тоже. Значит, очень часто.